здравствуйте. В эфире программа «Медпроф». Я ее ведущий, Скребец Сергей Сергеевич. У нас в гостях очень известный медийный человек. Все-таки, Евгений Александрович, вы много выступаете. Вас знают и на РБК, и в других каналах. Исполнительный директор научно-технологической фармацевтической фирмы «Полисан» Евгений Александрович Кардаш. Добрый день. Вот, Евгений Александрович, хотелось бы с вами обсудить инициативу Министерства здравоохранения, довольно свежую, так называемое применение фармацевтических препаратов офф-лейбл. С вашего позволения, для того, чтобы было более понятно, вот я из РБК, буквально недавно было сообщение, я его зачитаю, оно довольно короткое, но емко и хорошо говорится в нем о сути проблемы. Министерство здравоохранения разместило на портале правовых актов проект приказа, который вносит изменения в порядок выписки и назначения лекарственных препаратов. Документ позволит врачам выписывать медикаменты, показания к применениям которых, указанных в инструкции, не совпадают с симптомами и заболеваниями пациента. Такое применение называется офф-лейбл. Поручение Минздраву к 15 ноября 2017 года проработать вопрос выписки офф-лейбл дала вице-премьер Ольга Голодец после того, как провела заседание Совета при правительстве по вопросам попечительства в сфере онкологии, по теме онкологии. Работу над документом министерства начало до заседания. Уведомление о разработке такого приказа ведомство разместило еще 6 июля. В пояснительной записке к документу инициатива объясняется формальными причинами. Минздрав планирует разграничить понятие «медицинские показания» и «показания для применения», содержащиеся в инструкциях к лекарственным препаратам. В проекте приказа прописаны условия, при которых врачи смогут назначать медикаменты офф-лейбл. Медики могут не ориентироваться на инструкции в случае, если в России нет лекарств, официально предназначенных для лечения заболевания. Другой вариант, если стандартная для этого случая терапия не дала эффект. Выписывать препараты наугад нельзя, тем не менее. Врач должен соотносить риск и пользу от выбранного медикамента и ориентироваться на исследования по его использованию, опубликованные в специализированных изданиях. Вот этот момент мы обсудим отдельно. Дальше цитирую. Регламентирование выписки врачами лекарств офф-лейбл, вот одно мнение, здравая инициатива, полагает председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. По его мнению, она даже несколько запоздала, поскольку российские врачи давно практикуют выписку независимо от инструкции, но делают это на свой страх и риск. Цитата. Особенно эта проблема выражена для лечения детей. Около 80% лекарств, применяемых для детей, используются офф-лейбл. Это общемировая проблема. Конец цитаты, указал Воробьев. Он пояснил, что клинические исследования медикаментов, даже самых популярных, очень редко проводятся на детях, а потому производители указывают в инструкции показания только для взрослых пациентов. И вот второе мнение. Предлагаемый закон – прямое нарушение требований безопасности жизни и здоровья потребителей. Не согласен с Воробьевым президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Цитата. «Безопасность и эффективность препаратов должна подтверждаться только клиническими испытаниями. Не получив подтверждения на эффективность и безопасность, продавать на рынке препараты – преступление», конец цитаты, сказал Саверский. Он надеется, что приказ принят не будет, поскольку лишена здравого смысла, вот это его слова. Существующая практика выписки лекарств офф-лейбл связана с летальными исходами, также предупредил он. Ну вот, как пример, в той же статье РБК приводятся следующие факты. В октябре 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту лечения пациента в Московской глазной клинике имени Гельмгольца, довольно известный. Пациенты частично потеряли зрение, когда им в глазное яблоко ввели препарат
Авастин, что не предусмотрено было инструкцией применения данного препарата. Также в 2001 году против столичного роддома было возбуждено дело, когда роженица умерла от разрыва матки при стимуляции родов препаратом Сайтотек, применяемым для лечения гастрита и язвы желудка. Только в 2010 году этот препарат официально разрешили использовать для прерывания беременности только на ранних сроках. Но на практике его продолжают использовать и на поздних сроках. Вот конец цитаты статьи, которая была размещена в РБК, потом ушла в другие издания. Да? Вот ваше мнение. Ну, смотрите, оба спикера, которые высказывали свое мнение, по-своему правы. Да? С точки зрения реальной медицинской практики, я хочу сразу оговориться, что я человек без медицинского образования. Я 18 лет в фарме и могу судить только вот с проекции своих знаний в этой области. Значит, и высказываю свое личное мнение, даже не корпоративное, потому что проблема достаточно сложная, и она имеет много разных граней. В частности, совершенно согласен с господином Воробьевым, что практика применения препаратов off-label в стране очень широка. Мы, как производители, регулярно получаем эту информацию из двух источников. Первое – это как раз то, о чем говорит Саша Саверский, что это побочка, в том числе иногда очень тяжелая, смертельные исходы и так далее. Мы, как производитель лекарственных средств, обязаны мониторить эффективность и безопасность и отвечаем за эффективность и безопасность выпускаемых нами препаратов в течение их срока годности. Поэтому мы собираем всю эту информацию, нам приходит информация из регуляторных органов, мы ее собираем с рынка, и вся эта информация, вот та, которая собирается таким способом, она именно о тех рисках, о которых Саверский говорит, что да, действительно, применение препаратов off-label, да, повышает риск, да, его применения. Значит, и надо эту ситуацию видеть. Она совершенно как бы очевидная. А с другой стороны, мы сталкиваемся действительно с ситуацией, даже по своим препаратам, что расширить показания на то же самое детство зачастую очень непросто. То есть та процедура, которую нужно пройти, те средства и организационные, и финансовые затратить на это, они очень такие солидные. Значит, и возникают эти все ситуации не с самого начала. То есть понятно, что для детей специально, значит, обычно не разрабатываются, да, препараты. А если они и разработаны, то они стремятся всячески оградить, да, значит, свою поляну, на которую они вошли столь большой там кровью и деньгами, да, от конкуренции. Да. Поэтому пройти этический комитет и так далее, все, что касается детства, скажем так, это некий венчур для разработчиков оригинальных лекарственных средств. С другой стороны, мы понимаем ситуацию у врача. Да. Мы опять вот говорим про детей. Я вот сейчас там не с Авастином, да, когда, значит, эта вся ситуация, а у врачей, когда у них арсенал, которым они должны лечить, очень ограничен. А лечить надо оказывать помощь. И они практически осуществляют эту помощь, да, на свой страх и риск. То есть нету этих правил, и тем не менее надо оказывать... Почему же? Вот здесь немножко с вами не соглашусь все-таки. Да. Вот с вашей позиции, как производителя фармацевтических препаратов, либо буду, если можно, ставить в некоторой степени, конечно, это не совсем корректно, но знак равно, ну и также производители медицинских изделий, да, ну, производители, ваши, вы... делаете хороший препарат. Мы медицинские, да, изделия. Ну, да, ну, я имею общую тенденцию. Вы делаете хороший препарат. Тем более, вот здесь я... Вот ваш опыт НТФ Полисан как раз для меня очень показательный. Почему? Потому что ваша линейка препаратов – это ваши препараты. Вы их разрабатываете. Да. Вот. Их немного, но они очень эффективны. Да? Но я не буду хвалить ваши препараты, это не в эту цель сегодняшнего диалога нашего с вами. Я к чему, что вы от самого начала производства, собственно, не дженерика, собственно, знаете всю эту кухню, как это, да, все происходит. Да? Вот почему мне ваше мнение очень важно. Здесь как раз-таки, выписывая препарат вне инструкции,
Врач как раз-таки здесь вот очень четко понимает, что он делает. Потому что здесь за нарушение, да, он попадает под административную, может попасть под уголовную ответственность. Я говорю, что он действует на свой страх и риск, да. Поскольку это не разрешено. Запрещено даже. Ну, у нас такая конструкция, да. Все, что не разрешено, запрещено. Поэтому... Да, ну, здесь игра слов. Но по большому счету он берет всю ответственность на себя, прекрасно понимая, какие последствия могут, собственно, пойти. Не всегда. Не всегда. Мы зачастую смотрим на каждый случай с позиции там своего жизненного опыта и так далее, да. Значит, а случаи достаточно разные, и необходимость в экстренной помощи – это одна ситуация, да, значит, там, поддержание там, пациента – другая ситуация. То есть каждый раз, значит, в осознании человека, который выписывает, рекомендует, он зачастую не выписывает рецепт, да, он рекомендует это сделать с тем, чтобы не оставлять следов. По факту пациент принимает то, что рекомендует врач, и здесь ответственность размывается. Ну, да. Вот здесь мы прекрасно с вами знаем, что иногда приходят люди в аптеку и говорят, вы знаете, вот у меня что-то кольнуло здесь, да вот даже к врачу не идет. Он приходит и говорит фармацевту, да, фармацевт или провизор говорит, что ну, примите вот это, вам поможет. Ну, мы сталкиваемся с тем, что зачастую просто не медицинский работник, не первостольник в аптеке на самом деле инструкцию такого количества препаратов действительно не знает, да. Значит, и не читают такие, значит, большие, серьезные документы. Они основываются на своем практическом опыте, да. У них может быть, конечно, не 27 тысяч наименований. Субъективном опыте, очень ограниченном и так далее. Но я не договорил, как вторым образом к нам приходит информация в оффлейбл. Да? Да. Она вот связана с ситуацией с рисками. А вторая ситуация, что люди занимаются некими, значит, научными или околонаучными исследованиями, значит, применяя этот препарат для... нозологии, которые не заложены в инструкцию по медицинскому применению. Получают результаты и публикуют их, да, и даже защищают по этому поводу там, кандидатские, значит, какие-то диссертации и так далее. У нас таких случаев по нашим продуктам достаточно много. И надо сказать, что действительно, да, значит, есть многие направления, да, действия препаратов наших, в том числе, значит, которые можно было бы включить в инструкцию по медицинскому применению. Но вы не включаете. Но мы не включаем. Почему? А, во-первых, мы не можем произвольно, да, значит, включить в инструкцию по медицинскому применению новые препараты, не проведя клинические исследования. Значит, препараты находятся на разном этапе жизненного цикла. Да? Зачастую это возникает в период, когда у них уже заканчивается там, срок патентной защиты. Да? Соответственно, это в любом случае инвестиции, это расчет рынка, значит, и это стало очень дорогостоящим удовольствием, да, значит, проводить там четвертую фазу или даже возвращаться в третью фазу клинических исследований. Поэтому мы знаем, да, об этих применениях, даже размещаем эти статьи на нашем сайте, да, если мы считаем, что по нашему мнению, по набранной статистике, да, действительно применение этих препаратов не ведет при этих, ну, то есть совмещение со стандартной терапией и так далее, не ведет к каким-то повышенным рискам. Да? Значит, если мы считаем, что это вот ситуация, значит, спорная, да, и мы воздерживаемся просто от публикации там и поддержки каким-то образом этих вещей. К нам обращаются многие. Врачи напрямую рассказывают, что они применяют наши продукты, да, не по инструкции медицинского применения, советуют, да, значит, и с самыми разными, да, по этому поводу советами, значит, обращаются. Но еще раз, фармбизнес это все-таки бизнес, да, хоть и фарм. Поэтому он рассматривает все экономические, медицинские, все аспекты, да, значит, этой ситуации. И вопрос о расширении показаний. Он зачастую, да, несмотря на то, что мы знаем, мы не делаем. Более того, мы зачастую сужаем показания по применению. Потому что клинические исследования проводятся на ограниченных, это несколько сотен, да, там, человек. Значит, но тем не менее, это не вся популяция. Да, и недостаточно понимания, когда у нас со временем, да, проявляются какие-то вещи, которые мы не могли выявить на стадии. Ну, последствия. Ну, да, нежелательные последствия. Мы либо вносим в инструкцию по медицинскому применению некие ограничения,
для применения, да, либо концентрируемся на тех нозологиях, которые, значит, работают точно, эффективно, да, и не вызывают каких бы то ни было сомнений, потому что зачастую важно не нанести вред. Ну, да? Основной, да, принцип медицины – не, да, навреди. Не навреди, поэтому вот тут такие две части, то есть off-label, и понятно, почему, да, делается, то есть есть реальная практика, люди сталкивались, по всей видимости, у врачей есть практика, что они лечили одно, получили эффект, значит, на другом, то есть какой-то толчок у них был для того, чтобы исследовать, значит, эти показания, они там очень, очень широкие, я хочу сказать, что... Ну, вот здесь вот как раз могут сказать, ну, это было раскручено еще, это уже как анекдот, да, ходишь, да, что разрабатывались... Сердечные препараты. Виагра. Виагра. Мы сразу понимаем, о чем мы говорим. Это известная но, как бы, ситуация. Но при Виагре, вот в этом случае, да, эффект возник во время клинических испытаний, а не офлейбл применялось. И уже потом, когда посмотрели, что действительно это... Что продавать good, лучше хорошо. То есть, да, не стали делать и для сердца. Значит, нет, сердце уже вторично стало. Да. Да, оно помогает, но это вторично. Самое главное – либидо. Там, да, либидо, потенция, да, все это. Но препарат уже вышел с готовой инструкцией. Вот я, ну вот не буду даже, вот закрою. Просто взял инструкцию. Да? Просто фармацевтического препарата. Я просто смотрю, вот это же стандартно для всех фармацевтических препаратов заполняется. Торговое название, описание. Это вот то, что должно быть в инструкции. Состав. Действующие вещества, вспомогательные, форма выпуска, фармакологическая группа, код, фармакологические свойства, показания к применению. Раз. Способ применения дозы. Два. Побочные действия. Три. Противопоказания. Четыре. Передозировка. Пять. Предостережение при применении. Шесть. Взаимодействие с другими лекарственными средствами понятно. Ну, даже да, полный, весь особое полный. Указание 7. Услуги хранения, условия отпуска, упаковка и информация производителя. То есть вот 7 пунктов, если вот мы говорим о off-label, да, ну, мягко скажем, мы туда не вписываемся. Но смотрите, на самом деле это правда, что почему проводятся клинические исследования, что все аспекты надо под каждую конкретную нозологию, да, все аспекты надо смотреть, надо и рассчитывать и курс лечения, и дозу применяемую, значит, совместимость с другими препаратами, да, при этой конкретно взятой нозологии, и в реальной ситуации, значит, это может обеспечить только, значит, клиническое исследование. И с точки зрения фармаконадзора, да, производителя, применение off-label – это неуправляемый риск. Да? У нас есть такие документы, которые называются «План управления рисками», где мы оцениваем, да, на всех этапах, какие у нас риски, начиная, кстати, с разработки, да, препарата. Мы берем все результаты, которые, значит, появляются у нас в процессе разработки, потом до клиники. Значит, последующего применения, да, какие у нас поступают с рынка информации. Вот такой есть документ, план управления рисками. И когда применяется off-label, да, мы об этом не знаем, мы не можем какие-то меры по локализации этого риска вообще со своей стороны предложить. С другой стороны, мы регулярно репортируем, да, в Росздравнадзор, в соответствующие регуляторные органы на других рынках, да, так называемыми периодическими отчетами безопасности лекарственных препаратов, все выявленные нами случаи применения off-label, да, накапливаем эту историю. И тут очень трудно найти баланс между интересами пациента, защищенностью врача, необходимостью регулирования, значит, этой ситуации, да. И, в общем-то, надо еще сказать, что у нас зачастую есть такая проблема, что у нас не все самые последние разработки фармацевтические, они достаточно быстро приходят на наш рынок. И те, значит, дискуссии, которые ведутся о принудительном лицензировании, о запрете, значит, импорта, значит, чего бы то ни было, каких-то ограничений, они вовсе не сподвигают компании
оригинаторы, да, приходить на этот рынок, регистрировать здесь препарат, потому что как ты его зарегистрировал, у тебя могут появиться определенные дженерики со всеми вытекающими отсюда последствиями, потому что ты раскрываешь очень широкий спектр информации, да, и в патенте, и в нормативной документации, которая не должна была бы быть доступна, значит, но тем не менее она доступна. Да? Это риски, при том, что фармацевтический рынок России, по-моему, 7-й в мире, да, по величине. Ну, тут надо смотреть в большей степени по динамике, да, потому что считать в абсолютных деньгах очень сложно. Да. Надо смотреть каждый конкретный сегмент, количество пациентов, ну, то есть всю картину. Всю картину нельзя по-среднему, да, по средней температуре о больнице нельзя судить о качестве, да, да. Да, качестве оказания медицинских услуг в морге. Поэтому, нет, в морге можно. Там по температура больнице, все равно выше средней, да, будет. Поэтому, да. Еще раз, надо найти баланс. Как решается этот вопрос с точки зрения вот предлагаемого изменения в приказе? Во-первых, там говорится о том, что принимает это решение не единолично врач, а принимает это медицинская комиссия. Вот здесь вот, извините, вот да. Здесь вот чисто вот так практически. Я вдруг себе представил, как это может происходить, ну, как это будет происходить. Я не буду говорить про регионы. Угу. Давайте вот мы всегда говорим, вот в Питере, в Москве, в городах-миллионниках, в Новосибирске, там все проще, лучше, там получше. А вот в регионах у нас все как-то, ну, понятно. Не-не-не, я вот здесь как раз хочу говорить о ведущих клиниках. Да? Вот вы представьте, в ведущей клинике светило. Говорят, вот по жизненным показаниям надо, собственно, применить препарат. Я же вот смотрю, как написано, да, то есть по алгоритму. Светило собрались. Говорят, мы, знаете, вот мы считаем, что, вот Иван Иванович, да, вот вы по практике применения этого препарата, вот нам-то, собственно, надо погасить проблему здесь. Как вы считаете, вот этот препарат можно, вот он, собственно, как бы не отсюда. Он не отсюда, да, в инструкции не прописано. Поставьте свое имя под этим заключением. Поставьте, пожалуйста. И вот он начинает понимать этот светило, не просто где-то, да, светило, что, да, что завтра будет летальный случай, а тут его подпись. Это первое. Второе, что он фактически своим решением, да, вот этой вот консилиум, он стоит выше, чем законы, нормативные акты, чем все что угодно. Секундочку. А как же? Если нормативный акт ему позволит в рамках коллективного принятия решения конкретно взятому пациенту, а не всей группе пациентов, значит, да, тут же идет разговор, что это записывается, соответственно, в историю болезни, да, то есть фиксируется этот протокол и так далее. То есть это попытка все-таки каким-то образом, да, формализовать и, значит, уменьшить волюнтаризм, да, при этом. Но мы видим с вами же другую ситуацию. Если бы мы находились с вами в очень суперправовом поле, если у нас невозможно было бы самолечение, да, и получение в том числе в аптеке препаратов без рецепта, да, это же у нас не так. То есть у нас есть другая ситуация, когда у нас там определенная группа населения, очень широкая, кстати, да, значит, применяет препараты, получает их в аптеке, в частности, антибиотики, которые там детей очень на раннем возрасте, да, там возникает резистентность, да, к применению. Так, большая очень проблема. Мы должны с вами быть реалистами, да, что с одной стороны офлейбл действительно применяется, да, значит, с другой стороны просто запрещен, находится под запретом, да, значит, и вопрос номер два. И пациент, вот которому врач знает, что помочь можно, но он ему не помогает, потому что он понимает, что вот он даже не способен выполнить каких-то там требований, в принципе, потому что это априори запрещено. С этической стороны, вы правы, абсолютно. Да, действительно, у нас существует категория, которая занимается самолечением, это бич. Но это бич во всех странах, у нас просто это, ну, жесткое законодательство компенсируется его неисполнением. Да? У нас нет возможности на сегодняшний день, нет ресурса всем, да, нуждающимся в рецептурных препаратах, обеспечить онлайн-доступ к врачу для получения рецепта. У нас на прием к врачу, понятно, стоят по более серьезным вопросам месяцами. Но, смотрите, я немножко про другое хотел сказать. Да? В любом случае существует иерархия законодательных, ну, вообще актов, да, как таковых. Есть законы,
Но есть конституция на самый верх. Да? Есть законы. Потом идут подзаконные акты, потом идет нормативные, там, прочее, прочее. И вот эта иерархия, она соблюдается в любом государстве. Это государственная машина, это бумаготворчество, но оно должно быть таким, без него мы не сможем жить. Я вот на чем хотел сделать акцент. Приказ Минздрава никогда, ни в коем случае, не может отменить ни одного закона. Или по подзаконному акту. Он может его толковать. А обычно в законах, значит, дается очень широкая, да, широкая формулировка, да, которая понятно, что на все случаи жизни законы не напишешь. Да? Они возникают в практической деятельности, да, и тогда тот орган, который, собственно говоря, является регуляторным, а Минздрав в данной ситуации, это полностью его компетенция, да, может разъяснить. Да? Он же не говорит, что в этом приказе не говорится. Отменяю, да, применение по инструкциям по медицинскому. Он говорит, нет. Он говорит, что слушайте, ну вот в отдельных случаях, когда у нас, значит, нет тех лекарств, которые по этой нозологии есть, они просто не зарегистрированы. Там же есть случаи, значит, достаточно интересные, что там приостанавливаются действия. Более того, я вам хочу сказать, что есть зарегистрированные лекарства, которые физически на рынке отсутствуют. Да? Потому что да, мы знаем, что, значит, за последнее время достаточно широкая номенклатура, значит, выводится из оборота, потому что она, находясь под ценовым регулированием, да, значит, их производственная себестоимость, да, стала выше, чем зарегистрированная цена. И производители, естественно, их выводят из оборота. И это как бы это. Ситуация тоже присутствует. Поэтому каждый конкретный случай, да, надо предусмотреть возможность. По крайней мере, предусмотреть вот этот приказ, значит, он дает некую, да, некую возможность, да, специалистам, да, коллективно обсудить конкретно возникшую проблему, конкретно взятый продукт и вынести решение. Я считаю, что это нормально. Не хватает только одного, что во всех случаях применения препарата off-label, то я бы туда добавил, да, надо информировать производителя, чтобы он, по крайней мере, накапливая эту информацию, да, понимал, как это применяется. И, возможно, это бы, значит, побуждало его к проведению реальных клинических исследований. Да, или он бы, накопив определенный опыт с разных, да, получив информацию с большого количества, да, с рынка, мог бы дать какие-то рекомендации, да, он не имеет права, как Минздрав или Росздравнадзор, сдавать какие-то, но в любом случае, значит, могли бы появиться какие-то научные статьи, довести до медицинской общественности, да, всю возможную, доступную информацию о каждом конкретном случае, с тем, чтобы те же самые комиссии могли опираться не только на свое внутреннее убеждение, да, и опыт, но и пользоваться, значит, всем накопленным. Вы знаете, Евгений Александрович, вот меня-то пугает здесь, вот мы обсуждаем эту проблему, да, вот вы сейчас говорите о правоприменительной практике, да, которая должна сформироваться и каким-то образом быть. Но меня пугает здесь немножко другое вот в этой статье. Вы посмотрите, откуда выросло решение «Голодец». Это привязка к онкологии. К онкологии. Еще раз, это на самом деле, я думаю, что... Вслед за этим, но не значит, что вследствие этого. Да? Значит, в онкологии, конечно, есть отдельно взятая тема. Препараты дорогостоящие, препараты там, дефицитные, значит, обеспеченность ими там, и так далее, замена одного на другой. Значит, это сложный вопрос. Да? Ну, у нас есть вот это, которое поддержит, пока придет тот медикамент, который ждет. Да? Но я его должен, да, обосновать, почему я даю. Я же не напишу, что у меня там кончились деньги, да, в истории болезни, как у медицинского учреждения. То есть либо подпадает доктор под неоказание помощи, да, 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 либо под, да, халатность. Там очень широкая, как бы, ситуация. Это вот некий, как бы, выход. Да. Я не знаю всех аспектов, по каким причинам вице-премьер, да, с такого уровня дает указания. Да. По всей видимости, у нее накопилось уже на федеральном уровне достаточно серьезная информация с тем, чтобы так остро ставить этот вопрос. Поэтому принятие, в принципе, принятие, да, то есть
То, что эта тема, во-первых, стала предметом, значит, общественной дискуссии, да, появляется некая экспертиза, да, это тоже позитивно. Ну вот до 9 августа как раз таки, и вот мы в этом формате с вами и общаемся, да, вот мы общественно дискутируем, мы с вами обсуждаем с разных сторон, смотрим все это проблемы. Я вот, это мое видение, еще раз говорю, да, что я не медик, и это мое видение с позиции тех знаний, которые там за 17 с лишним лет, как один из руководителей фармкомпании, производителей оригинальной продукции, да, и в настоящее время, то есть, я руковожу подразделениями, которые занимаются именно фармаконадзором и регистрацией лекарственных средств. Да, то есть мне эта проблематика, в общем-то, достаточно для меня актуальна. Да. Значит, и здесь, даже с позиции производителя, надо сказать, что с одной стороны, еще раз, для производителя это нерегулируемый риск. Да? Как его отрегулировать? Как один из вариантов, да, это вопрос в том, что, значит, как относительно нежелательных явлений, которые нам сообщаются, нам сообщали бы. То есть нету на сегодняшний день обязанности информировать производителя, да, обязаны репортировать на самом деле Росздравнадзор. Значит, мы способны, да, действительно, наши продукты оригинальные, значит, мы сопровождаем все. Значит, весь их жизненный цикл, и после того, как они закончатся, патентная защита, вы понимаете, что, да? Оригинатор на самом деле до момента вывода препарата с рынка по каким-то там причинам, он всегда будет его сопровождать. Он единственное заинтересованное лицо. Вот вы говорите фармаконадзор. Великолепная инициатива сама по себе. Идея фармаконадзора, насколько я понимаю, это прямое взаимодействие врачебного сообщества по препаратам, производство фирм, каких бы то ни было, прямо с этими фирмами. Где-то вот что-то нашли, ну, это один где-то из, это один из узких вопросов. Да? То есть сам вопрос, связанный с фармаконадзором, возник из практики применения, да, лекарственных средств. Выяснилось, что, значит, некие проявления осуществляются через длительное время, да, после применения препарата накапливается. Во-вторых, на большой популяции. Да? Значит, при этом фармаконадзор, замечу, еще раз, подключается уже на стадии, значит, разработки препарата, да, то есть, значит, его там состав, значит, доклинические исследования, то есть там накапливается достаточно серьезная информация, и это подразделение призвано, да, значит, постоянно соотносить пользу и риск, да, то есть первый уровень качества, да, любого препарата, соотношение пользы и риска. Да? Ну, вот здорово, если бы эта система работала вот как раз, ну это так, ремарка, в наших пищевиков. Слушайте, но у нас это законодательно утвержденное, да, и, значит, достаточно на сегодняшний день быстро развивающаяся отрасль. Я думаю, что вопрос, связанный с качеством, да, он чем дальше, тем больше будет приобретать это значение. Поэтому система менеджмента качества строится на сегодняшний день в большей части отечественной, ну и тем более мировой промышленности, поэтому почему нет. Тут есть еще один аспект, да, который надо понимать по относительно продукции. То есть вот у нас есть большая группа препаратов, которые давно ушли из патентной защиты, да. И даже никто на сегодняшний день не помнит, кто их, собственно говоря, в свое время как бы разрабатывал. Старые добрые советские препараты. Старые добрые советские препараты, да. Поскольку у нас накапливается, в любом случае, в врачебном сообществе накапливается за это время очень большая практика их применения. У нас появились новые способы диагностики. Выяснилось, что большая часть из этих препаратов, да, во-первых, значит, во-первых, восстанавливается ситуация, то есть была там резистентность к ним, какое-то время их заместили более современные препараты, поколение прошло, резистентность ушла, применять можно более эффективно. Но выяснилось и другие подробности, выясняется, что отдельные препараты обладают уникальными другими свойствами, значит, для лечения. Но никто не берется заниматься их клиническими исследованиями. Почему? Потому что нельзя защитить молекулу. Да? Ну, то есть вы начнете работать, условно говоря,
на рынок в целом, да, то есть вы затратите, все воспользуются. Да? Для человечества. Не для своего какого-то коммерческого. То есть отсутствие этого механизма, да, на самом деле, тоже порождает определенные применение препаратов off-label, потому что люди действительно, да, накопившие эти топ, применяют эти препараты, незащищенные на сегодняшний день, значит, off-label, потому что видят их реальную эффективность, внесение инструкции по медицинскому применению этих препаратов, значит, оно вот, ну, нет заинтересантов, то есть это экономически достаточно сложный вопрос. Тоже такой аспект, да, и эти вопросы тоже надо накапливать, да. Потому что если мы выясняем, что действительно в течение длительного времени большая группа, да, людей исследует и так или иначе пришли к этому заключению, наверное, можно найти какие-то формы частно-государственного, возможно, партнерства, да, для того, чтобы зарегистрировать, да, эти показания, найти возможность профинансировать клинические исследования, да, на фоне, возможно, каких-то других клинических исследований. То есть, но для этого надо... Как вы правильно сказали, нам необходим, как производителям, значит, постоянный диалог со всеми участниками фармообращения. В первую очередь, конечно, с врачами. Потому что они имеют регулярно, значит, результат. Да? Конечно, причем в разных ситуациях, на разных, значит, и возрастных, значит, то есть на разных группах населения. И с другими сопутствующими, да, заболеваниями. Каждый случай, в принципе, же он уникален. Конечно, конечно, конечно. И у нас, к сожалению... Значит, статистика репортирования на порядке отличается, там тоже США, это, значит, то есть взаимодействие все-таки довольно-таки слабое. Дело в том, что, понимаете, тот же в чем вопрос, почему там это так развито? Потому что очень высокая ответственность врачей, да, за результат, да, и иски очень большие. И когда, значит, медицинское учреждение, врач сталкивается с рисками, что ему могут предъявить такие серьезные деньги, он стремится разделить эти риски с теми, кто задействован. Да? Значит, это производители лекарственных средств, медицинских изделий и так далее. Да? Вся вот эта вот практика именно разделения. Значит, у нас тоже появилась, да, уже практика там достаточно серьезных, да, судебных решений с большими суммами относительно врачей. Значит, появляется ситуация, связанная с подготовкой к страховому возмещению, да, лекарственных средств. Значит, так или иначе будет развиваться эта ситуация в сфере здравоохранения и аккредитации врачей. Ну, там множество на сегодняшний день факторов говорит, что медицинское сообщество, да, вынуждено будет искать, да, пути снижения рисков для себя. И тогда, значит, своевременное репортирование, да, нежелательных реакций, применение off-label и так далее, станет практикой. У них появится заинтересованность. Это одно. Второе, что у нас на сегодняшний день есть такая, как бы, ситуация, что врач берет этот препарат в своей же самой аптеке. Да? То есть у нас есть полный цикл. Да? Там аптека, лечебное учреждение, патологоанатом. И вот этот вот круг, да, он достаточно, он весь в одних руках, извините за цинизм, да, значит, и нету побудительного, есть любое репортирование нежелательной реакции, да, оно влечет риск, что придет проверка, да, и проверит не препарат, скажем так, не только препарат, да, проверит все, что вокруг, а состояние на сегодняшний день во всех лечебных учреждениях, оно достаточно разное, да, и всегда можно найти что-то такое, да, то есть нет позитивной мотивации, да, для того, чтобы репортировать. Но мне кажется, здесь еще не на руку играет то, что, ну, вот сейчас общение с фармбизнесом, да, табу, по большому счету. Да, формально, да. То есть с фармбизнесом нельзя. Мы боремся с коррупцией, с одной стороны, как бы. Мы не боремся. Почему? Мы декларируем борьбу с коррупцией. Слушай, давайте говорить все-таки корректно, да? Когда к врачу, значит, стоит очередь, значит, и там у него есть норматив приема, да, значит, врача. Принимая медпредставителя, да, мы отрываем врача, значит, от его непосредственных обязанностей и так далее. Да. И надо сказать, что в этом плане совершенно правильно. Не обязательно, ведь надо сказать, что
Почему обязательно коррупция? Да? То есть представители фармкомпании знают свою продукцию, да, новые аспекты, да, и так далее. Я не в этом. Просто да. Вот собирается, вот периодически проводится там совещание по борьбе с коррупцией в лечебных учреждениях. И везде выступаю как? Меньше общаетесь с фармпроизводителем, меньше общаетесь. И человек вот до подсознания уже ему просто вбивается, не общаясь с фармпроизводителями. А когда ему надо по фармаконадзору что-то отправить, у него уже, собственно, где-то в голове сидит, что не надо мне этого делать. А вдруг потом это будут трактовать как вот нежелательное? Ну, это вопрос еще раз. Наверное, есть и такой аспект, но он не главный. Я считаю, что он не главный. Значит, главное, но в он том, не способствует. Что, да, главное в том, чтобы врачи, значит, понимали, да, что другого способа, значит, облегчить их работу, да, с лекарственными средствами, каждого из них, да, не собирая коллективно всю эту информацию, которая имеет отношение к лекарственным препаратам, невозможно. Да? И их мотивация все-таки должна быть, во-первых, не должно быть проблем, да, с какими-то там запретами, ограничениями и так далее. Проверочные мероприятия, которые проводятся в отношении конкретно взятого случая, значит, там, нежелательных реакций и так далее, должны ограничиваться проверкой только этого, да, с тем, чтобы не было страхов, да, и ненужных рисков в данной ситуации. Но эта практика в любом случае будет развиваться, я надеюсь, значит, потому что требования, которые на сегодняшний день предъявляются, да, они очень высокие. Я сталкиваюсь неоднократно. Все вопросы упираются все, что касается лекарств, да, последнее время упирается весь разговор с кем бы то ни было, да, какая будет цена, повысится она или понизится, что там сделают с ценой, да. Ну, а сейчас же вот буквально там на 7,6 за полгода повысились цены, да, препарата. Ну, да, тоже не, все это я принципиально хотел бы сказать даже вот не об этом, не о уровне инфляции, да, а о самом подходе, да. Значит, если у нас кошка не ест колбасу, эта колбаса съедобная, да? Ну, вот препараты первое, что должны быть, значит, это первый уровень качества соотношения эффективности и безопасности. Да? То есть препараты первое должны лечить. Правда? Значит, лечат или они небезопасны, по какой они цене, не вопрос. Да? Не будет кошка есть эту колбасу. Но кошка по запаху знает, что эта колбаса плохая. А пациент это сделать не может. Да? То есть должна быть какая-то сбалансированная система, что кто-то должен оценивать, значит, и показатели эффективности, и безопасности, что это действительно лечит. Да? Да? Значит, второй момент. Если у нас становится невыгодно производить этот препарат, он снимается с производства. Да? То есть физический доступ к препарату прерывается. Да? То есть физическая доступность. И третья только ценовая доступность. Вот они должны рассматриваться в комплексе, да? Попытка, значит, вот регулировать. Я вам цены регулирую, но сбыт не гарантирую, да? Они приводят к тому, что верхний потолок цены, значит, он остается практически неизменным, потому что каждый из нас, ходя в один и тот же там супермаркет, приблизительно одну и ту же, значит, приобретая корзину, значит, продуктов еженедельно, точно знает, какой у нас объем инфляции. По крайней мере, в продуктах. Да, Евгений Александрович, ну вот у нас быстро так пролетело очень время, да, нашей передачи. Я очень вам благодарен, что вы нашли время. И мы с вами поговорили на очень, я считаю, важную тему. И вот эту инициативу обсудили. Ну вот с точки зрения и производителей, и применительной практики. Да, очень все-таки много вопросов. Непростой документ, непростая сама по себе проблема. Ну, конечно. И здесь вот говорить о том, что это только вот для того, чтобы это делать студенткам, там все это, нет, это более глубокие вещи. Они, в принципе, даже системные, сказал бы, затрагивают очень многие вопросы. Я думаю, что наше с вами обсуждение как раз поможет принять взвешенное и правильное решение, да, в столь важном
вопросе. Не знаю, поможет ли оно принять решение, но мы, по крайней мере, делаем все, чтобы того, у Господа к нам не было претензий. Вот. Еще раз спасибо большое. Смотрите нас на Медиаметрикс Питер, смотрите в архиве на канале YouTube medicineprof.com, ну и в архиве на площадке Medicine Prof. Спасибо. Спасибо. До свидания.